Всем привет, друзья, с вами Urban Flamingo, он же Без Сахара, и мы продолжаем серию гайдов по руинам в игре Tower of Fantasy. Значит, сейчас мы проходим А03, я его уже прошел. По поводу сундуков я уже все нашел. Были и сложные, давайте погнали. Значит, по старту в этом данже вас будут учить пользоваться Omnium Hand Cannon, то есть трубой в простонародье. И на изи моде вы увидите сундук вот здесь сразу же, но не торопитесь его брать. Есть сундук на харде, если вы проходите хард, вам нужно все 6 сундуков. Вы ставите трубу сначала сюда, запрыгиваете вот сюда, и вот он сундук. С ним тоже бывают проблемы у многих, потому что он находится прям сразу в начальной локе слева. Немногие туда смотрят, все бегут сразу вот к этому. Этот второй сундук, точнее он первый на изи моде. Собираем и идем дальше. В следующей комнате нас встречает сразу два сундука. Один вы, возможно, уже увидели вот здесь внизу слева. Убивайте мобов, он будет тут. Это первый сундук, ну или второй сундук на нормале. Забираем его. Итого у нас уже три. И в этой же комнате с противоположной стороны стоит второй сундук. Тоже по сложности нормал. Который мы также забираем. Здесь все. В итоге у нас получается уже 4. Перебираемся в следующую комнату. И здесь слева идет проход к боссу. Справа нас встречает второй сундук с изи мода. Итак, мы вернулись. Две трубы у нас откадешились, чтобы забрать второй изи сундук. Изи мода, вы ставите сюда трубу. Аккуратно только, потому что она может упираться вот в эти штуки, которые вылезают лазеры. Забираете второй сундук. Дальше. Дальше вы дергаете рычаг. Начинает двигаться по платформе, но, естественно, не спешите туда тоже перебираться, в комнату к боссу, потому что второй хард-сундук находится прямо вот здесь. Особых сложностей у меня он не составил, поэтому, я думаю, и вы его тоже бы нашли. Скорее всего, перепрыгнув на следующую, на ту часть, дернув рычаг второй, чтобы открыть дверь, вы увидите этот и, возможно, вернетесь. Вторая труба нам нужна, чтобы перейти на ту сторону. Ну так вот, если просто элементарно повернуться, вы увидите легко этот сундук. Дальше идет комната с боссом. Вы убиваете с босса. 6 сундуков у вас уже есть. И на этом мы закончили. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Следите дальше, потому что дальше будут все руины до конца. Я планирую все записать. Спасибо, что смотрели. Увидимся на стримах. Увидимся в следующем ролике.